30 год с дня створения. Войсковая часть 55-25 означает юбилей. С этой нагоды сегодня у Палаца Румянцевых и Паскевича прошло узнагороджение особистого состава. 60 супрацовников, которые означились у службе, напередодні свята отримали уникальные медали. Их дизайны распрацовали специальные до знаменальной даты. Войсковая часть за свою историю прошла шлях от моторизованного батальона милиции с местом постоянной дислокации у Гомеле до особной специальной милицейской бригады, чьи подразделения находятся у Гомеле, Мазыры, Речицы и Светлогорску. Сегодня это подразделение, здольное по своим призначению, составе и подрыхтовцы, якостно выполнять широкий спектр задач, поставленных перед внутренними войсками. Канун 30-летия со дня образования войсковой части 55-25 закладываем новую традицию чествования лучших военнослужащих нашей бригады. В знаковом месте вручаем награды отличившимся. Завтра святкование протягнутся. У 15 годин у городском центре культуры отбудется урочистый сход и святочный концерт.